Добрый день. Сегодня у нас в эфире контрольная закупка или проверка, так назовем. Вот мы приобрели такую продукцию, называется олив для кухни. Производитель убеждает, что она работает по жиру, по загрязнениям, по накипи. Но так как мы люди такие, которые пока не проверили, никому другому говорить не будем, нашли мы бабушкину кастрюльку, и возникает вопрос, будет ли кастрюлька жить вновь. Мы здесь берем просто, побрызгаем. По убеждению производителя, это должно эффективно очищать все жиры. Вот в такой упаковке находится. Насколько я понял, только в этом месяце, 7 числа, 7 июля, появилась эта продукция у нас на рынке в России. И берем обыкновенную губку. Сейчас немножко подождем, чтобы она все-таки немножко размочилась. Сам не знаю, что получится. Я не такой уж часто гость, как не гость, а хозяин на кухне, который чистит посуду. Согласитесь. Так, ну-ка мы еще вот сюда вот пишем. Вы знаете, все-таки надежда какая-то есть. Вы можете даже поближе сюда вот подойти, посмотреть. Что происходит? Так, что-то вырисовывается. Вот давно мы такой продукции не видели. Как видите, просто обыкновенная губка. Ну, руки не знаю, руки не щипят ничего. Значит, здесь не опасно. Ну, если уж с такой накипью справляется. Продукция. Важно побольше, подольше постоять, потом может что-то будет более очевидно видно. Вот с этой стороны. Пена хорошая. Слушайте, ну что-то есть. Давайте мы смоем и посмотрим. Ну что, как мы видим, все-таки продукция чистит. Олив помогает. Остается просто еще раз
нанести этой губкой. Дайте немножко поставить, еще откиснуть. Ну и я думаю, что бабушка будет рада. Ну что, за 2 минуты мы увидели, что здесь все-таки уходит нагиб. Поэтому мы дадим ей немножко еще поработать и потом дочистим до конца. Ну что ж, можно верить этому производителю. Спасибо вам за внимание. Ну что, наше испытание подходит к концу. Сейчас нам остается только промыть эту кастрюлю. И мы надеемся, что она еще послужит долго. Ну что, совсем поставил другой вид. Ну посмотрите. В общем-то, почти идеально. Сделайте сюрприз своим близким. Наведите красоту на кухне. Хозяйкам на заметку. Мужья тоже могут участвовать в этом процессе. Все, спасибо.